Как вы уже поняли, наша постановка «Король Лев». Сцена первая. Король Лев разговаривает с сыном. Симба, когда ты станешь королем, тебя сможет побить только туз. Папа, а правда, что в наших жилах течет голубая кровь? Да, но ЖКХ после 20 числа обещали дать красную. И запомни, Симба, никогда не подходи к антилопам сзади. И самое главное, никогда не подходи к антилопам сзади. И самое главное... Не подходи к антилопам сзади? Откуда ты знаешь? Я шрам, я шрам. Я шрам, я шрам, я шрам. Оп! Я шрам, я шрам. Ты кто? Он что, опять к антилопам подходил? Кстати, Муфаса, у меня же сегодня день рождения. Может, скинешься? А сколько? 300 метров. Ренар, а давай лучше ты будешь королем. Так подождите! Это что сейчас такое было? Остросоциальный номер. Какой? Как легко в наше время передается корона. Ладно, давайте дальше. Итак, сцена вторая. Тимон сообщает Симбе грустную весть. Симба, ты уже слышал новость, что твоего отца убили? Нет. Твоего отца убили. Нет! Да ладно тебе, мысли позитивнее. Зато такого больше не повторится. Короче, тебе надо отвлечься. Давай посмотрим телевизор. Да тут все напоминает об отце. Я отомщу Шраму. Всю эту ненависть ты должен направить против дяди. За мной. А тем временем Шрам в логове издевался над зеброй. Вдох, выдох. Мы иногда съедаем любимых. Кстати, я сожрал всех твоих родственников. Ты что, расстроилась? Всем лежать, работает Тимон! Хотя сейчас медленно положи зебру на пол и пни ее ко мне. Ну что ты, братишка, притих? Обида залита в груди. Не хочешь ни хавать, ни пить. Так подождите! А это что такое? Остросоциальный номер. Какой? Как пишет песня современная эстрада. Кроме Светланы Лободы? Само собой. Так, давайте переходим к кульминации. Ну все, Симба, я убью тебя так же, как и твоего отца. Насмерть? Да, и трон будет моим! Да подождите! Вы что, забыли, что трон — это самое главное, что есть в джунглях? Поэтому мы разыграем его в африканском шоу, которое называется... Африканское шоу! Африканское шоу! У кого банаква, тот и мэр. Итак, первое задание. Про что эта песня? Про плацкарт. Верно, 1-0, но мы продолжаем. Африканское шоу, африканское шоу. Подстриг ногти, остался без оружия. Итак, двигаемся дальше. Внимание на экран. Чей это лев? Я не знаю. Это лев Лещенко. 2-0, но мы продолжаем. Африканское шоу, африканское шоу. Отек на лице — это муха ЦЦ. А сейчас вам нужно будет повторить танец за ведущим. Готовы? Поехали! Верно, Шрам! И со счетом 3-1 победил Симба! И ты становишься королем джунглей! Ура! Не бывать этому! Это же шакалы! Вообще-то лесгвардия. Да вы обалдели, что ли? Какая еще лесгвардия? Я же просил, ничего не добавляйте от себя, потому что я хочу победить! Да ты думаешь, ты один хочешь? Да! Еще пермяки, доктор Хаус... Мужик какой-то.
Юра. Кирилл. Да все. Да ты не понимаешь, Толя. Ценность КВН не в победе, а в том, что только здесь даже самый обычный парень из Нягани может почувствовать себя настоящим королем. Или сурикатом, или музыкальной зеброй. В общем, неважно, какое ты животное, главное, даже в битве за финал, оставаться человеком. Как думаешь, они поняли мою мысль? Ну попробуй как-нибудь по-другому. Северяне в финале. Это тонкий намек. Северяне в финале. Намекает наш конек. И пусть наша Нягань небольшой городок, но там мечтают все узнать, что в декабре северяне в финале. Ну вот такие мы. Люби меня, люби.